Первое место в военно-спортивных сборах «Осень-2016» заняла череповецкая команда военно-патриотического клуба «Россия». За звание лучшего в этом конкурсе боролось 15 команд из Вологодской области. Сегодня юношам вручили награды. Зрители смогли посмотреть видеофильм о том, как проходил конкурс «Осень-2016». Команда военно-патриотического клуба «России». Капитан команды ко мне. Товарищ капитан, юноармеец Мотыка для награждения прибыл. Это хорошая работа. Конкурс проходил в городе Грязовец в конце сентября. В подобных состязаниях многие ребята участвуют уже не в первый раз. «Осень-2016» – это конкурс спортивно-военных сборов. На осени участвовали в пинболе, стрельбе, то есть в спортивных мероприятиях, метание гранаты, подтягивание, бег 100 метров, 3000 метров, ОЗК, строевая подготовка, русские традиции, теоретическая подготовка медицинская, практическая подготовка медицинская, теоретическая военная подготовка и военная история. Военно-патриотический клуб «Россия» существует уже почти 20 лет. Его главная задача – воспитать достойных юношей и девушек. Здравствуйте, товарищи юнормейцы! Здравия желаю, товарищ капитан! Вольно! Вольно! Это клуб создан в системе дополнительного образования детей. Занимаются не только подготовкой к оборонно-спортивным играм, но также воспитывают в наших мальчиках, юношах и девушках те главные качества, которые помогают им быть настоящими патриотами. Это умение дружить, умение работать в команде, разбирать, собирать автомат, метко стрелять. В общем, то, что делает настоящего гражданином, человека молодого, настоящим защитником Родины.